а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Да, сегодняшний концерт мы, конечно же, хотим посвятить женщинам. Я думаю, что никто против не будет. Мужики, согласны? Вот это дело! Ну и я думаю, вы согласитесь со мной, что иногда для того, чтобы женщину обрадовать, ну, можно просто подарить ей цветы. Но, с другой стороны, каждая женщина уникальна, и мы, мужчины, ну, обычно дарим очень стандартные букеты. Поэтому, вы знаете, сегодня мы решили предложить вам ряд нестандартных букетов, которые подойдут даже самым придирчивым дамам. Итак, друзья, внимание на экран. Это букет для хозяйственной женщины. Или, как его еще называют, борщевой набор. Единственный минус такого букета, что получать по морде хреном не только больнее, чем розами, но и неприятнее. Но с другой стороны, если букет понравится, то в этот день вы будете сыты и довольны. Идем дальше. Следующий букет – букет кухонный. Идеально подойдет для девушек, которые любят готовить и есть то, что приготовили. К этому букету идеальным подарком будут весы. Продолжим. Следующий букет называется «Заботливый муж». Мне показалось, или даже женщины сейчас обрадовались. Но на самом деле этот букет еще называют «Доброе утро, любимая» или «9 марта». Обычно этот букет дарят после еще одного очень полезного. Он выглядит вот так. Ну, а если не помогает букет «Доброе утро, любимая», используйте букет «Лечебный». Его можно дарить женщинам в возрасте. Преимущество такого букета, что его можно купить на президентскую 1000. Идем дальше. К этому букету «Доброе утро, любимая» подойдет букет «Вобла». Вот так он выглядит. А теперь, друзья, вашему вниманию представляется уникальное сочетание. Вот оно. Главное, мужчины, помните, нельзя эти букеты дарить со словами «это тебе, вобла». Потому что иначе вы познакомитесь с рыбкой лично глаза в глаза. Идем дальше. Букет под названием «Красотка». Вот. Идеально подойдет для девушек-художниц, которые любят рисовать на лице. Правда, есть опасность. Девушка может подумать, что вы считаете ее некрасивой, и лицо будет разукрашено уже у вас. Продолжаем. Очень интересный букет. Он называется «Милый». Вот так он выглядит. Это букет для экономных, но очень находчивых мужчин. Чтобы дарить такой букет, мужчина должен уметь быстро бегать и иметь базовые навыки самообороны. Продолжаем. Букет универсальный. Да. Я прошу прощения, вы знаете, чтобы сразу так вот несколько тысяч человек сделали «О-о-о!» Я такого еще никогда не видел. Да, букет универсальный. Говорят, что он подойдет абсолютно любой женщине. Причем накануне 8 марта обычный букет может стоить дороже, чем этот. Продолжаем. Я вижу, у нас сегодня много молодежи в зале, а значит, мы готовы вам представить следующий букет, который называется «Студенческий». Ну, согласитесь, очень мило. Здоровым и влюбленным студентам этого букета хватит на пару дней. Эх, молодость. Но самое главное, чтобы вас с этим букетом другие студенты не запалили. Потому что иначе вас могут называть в честь этого букета. Продолжаем. Еще один букет, он называется «С любовью из Беларуси». Вот так он выглядит. Я вам сразу хочу сказать, милые дамы, поверьте, если мужчина вам дарит такой букет, то он вас очень сильно любит. Это я вам как белорус говорю. Идем дальше. Следующий букет очень оригинальный и с таким же оригинальным названием. Он называется «Сосательный». На самом деле не нужно пугаться этого названия. Просто если вдруг ваша девушка хотела iPhone, то это будет букет с намеком. Продолжаем. Букет «Красная мечта». И снова ООО. Слушайте, я буду знать, пока у нас ООО вызывает букет из денег и раки.
здесь есть над чем подумать. Действительно, этот бускет называется красный, хотя у него есть второе название, первое название. Но первое название пришлось заменить, потому что оно звучало как «любовь с раками». Поэтому мы и решили не использовать его. Идем дальше. Очень интересный букет. Он называется «Месть». Он обычно собирается из подарков женщины за все предыдущие годы. Мужчины — это так, на заметку. Продолжим. Букет медицинский. Вот так он выглядит. А вы знаете, что я делаю? Сейчас так несколько разрозненных. О-о-о! Хорошо, этот букет может любой женщине поднять настроение. Правда, этот букет пока еще не легализован в Украине. Ну и, наконец, самый распространенный букет среди мужчин на 8 марта. Он называется классический. Да, это букет классический. Наверное, это самый распространенный букет на 8 марта. Милые женщины, с праздником вас! Дизель шоу.